С каждым годом интерес выпускников одинцовских школ к службе в полиции увеличивается. Многим из них сделать окончательный выбор будущей профессии помогли именно такие дни открытых дверей. Сегодня поступление в ведомственные вузы гарантирует получение качественных знаний, трудоустройства и хороший пакет социальных гарантий. Откровенно скажу, что, конечно, это престижно, на мой взгляд. Конечно, на мой взгляд, это и хороший уровень знаний. Конечно, на мой взгляд, это и определенного рода еще, скажем так, преференции, но это и сложно, и очень сложно, и к этому надо готовиться. В ходе первой ознакомительной встречи старшеклассникам дали общую информацию, необходимую для начала подготовки к поступлению в рекомендованные учебные заведения. Кроме этого, ребята смогли пообщаться с сотрудниками следственного отдела уголовного розыска и экспертами-криминалистами. Главный наш помощник – это криминалистический чемодан. Как правило, на место происшествия берется только он, но если какое-то большое преступление, еще мы дополнительно что-то берем. На каждом происшествии в любом случае остаются следы. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы найти эти следы. Служба в полиции требует от человека хороших профессиональных знаний, аналитического склада ума, навыков быстрого анализа большого объема информации. Конечно, работа сложна, но взамен человек получает и чувство удовлетворения от того, что выполняет общественно значимое дело, и признание окружающих. С каждым годом престижность этой профессии только растет. Ребята, пришедшие на день открытых дверей, произвели на сотрудников управления положительное впечатление. Бросилось в глаза, что очень много пришло девушек. С одной стороны, мы рады этому, с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы было побольше юношей, поэтому я думаю, что еще просто это только лишь первый день открытых дверей придут юноши. А так, по задаваемым вопросам, по общему настрою в зале, я понял, что пришли люди серьезные, пришли те, которые заинтересованы. Не скрою, что с некоторыми ребятами я уже беседовал, знаю о том, что они очень неплохо учатся, большинство из здесь пришедших не будут иметь троек в своих итоговых ведомостях, поэтому я очень рад, что соответственно, учащиеся нашего района, отнюдь не последние учащиеся, выбирают для себя поступление в учебное заведение системы МВД. Следующий день открытых дверей пройдет в управлении 19 ноября. За месяц желающие смогут побывать на специальных экскурсиях в вузах, подробнее познакомиться с разными направлениями службы и стать еще на шаг ближе к осознанному выбору будущей профессии. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».